Обстоятельства столкнули вас с человеком, который порвал со всем внешним миром. А вы нарушили мое уединение. Владислав Вацлавич Дворжецкий. Советский актер театра и кино. Снимался в фильмах «Бег», «Возвращение святого Луки», «Солярис», «Земля Санникова», «За облаками неба», «Капитан Немо» и других. Активно снимался в кино, играл в спектаклях, ездил по стране с творческими вечерами. Этот человек, он был без комбинезона и двигался. Я не понял, человек? Да, человек. Мы не будем стрелять в людей, вооруженных стрелами. Конечно, мы подождем, пока нас прикончат. Ни то, и ни другое. Скончался на 40-м году жизни от приступа острой сердечной недостаточности на гастролях в Гомеле. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. Мне кажется, что самые долговечные памятники не в мраморе и граните, а не в сердцах людей.